Анна, 77, мистер Трон, и сегодня со мной мисс Кошечка. Поздоровайся. Привет. И сегодня мы будем играть в какую игру? Эвиленса. Эвиленса. Эвиленса The Book of Life. Это, ну, эта игра уже вышла где-то 3-4 месяца назад. Я в нее уже играл, вот только сейчас вот решил записать на нее обзорчик. То есть есть целая серия игр про Эвиленсу. Вот, типа, вот я должен найти все 4 ключа, открыть подвал, уничтожить книгу. То есть, как бы, книга Эвиленсы там, то есть, если эту книгу сжечь, то можно ее убить. Вот, тут нам надо найти 4 ключа, ползая по этому дому. Мы находим тут всякие записки и все, как бы, и ключи. Вот. Что-то у меня какой-то голос хриплый. Не знаю почему. Ну да ладно. Это нам не помеха, ведь правда? Угу. Это игра страшилка, сразу говорю, думаю, вы догадались. И лучше не пишите мне в комментариях, типа, мисс Кошечка еще маленькая. Она уже большая, да? И не боится этих страшных игр. Тем более, на телефоне маленький экранчик, что тут можно испугаться, да? Угу. Вот грани, вот там вот. Она внезапно попадается. Так, смотрите, вот ключ. Вот, взять ключ. Графика в этой игре хорошая. Это вот сразу же подмечаю. То есть вот первый ключ, как бы мы его вот так вот встречаем. То есть тут кровища везде. Вот как бы... Вот так. Ну, Лесь, тебе ведь не страшно? Нет. Вот, тем более она сидит без наушников. А я вот сижу в наушниках. Вы их видели, эти наушники на моих стримчанских. Вот и знаете, то, что в них звук хороший. Или не знаете. Ладно, не суть. Так, ищем второй ключик. Правда ведь? Или убежим из дома? Что, Алися, будем делать? Искать ключ или валить из дома? Я хочу ключ. Хорошо. Так, давайте начнем вот отсюда вам. Я сразу говорю, я наверное, вот, все. Я четвертый ключ, наверное, не смогу найти. Ну, я эту игру проходил. Вот она интересная. Прикольная игра, одним словом. Вот, и второй ключ нас встречает вот с такими вот тупыми испытаниями. Так, встаем вот сюда, бежим. Вот там вот, вот этот вот топорик, если мы на него попадемся, нас убьет, сразу же вам говорю, и мы начнем вот оттуда. Так, ну, Гранни, если честно, игра пострашнее, чем вот эта вот. Сразу вам говорю, Гранни, и там вот она внезапно появляется, та страшнее. Вот это так детский лепет. Вот сказал человек, который от внезапного появления Эвиленса сам пугается. Это как бы такой Эвиленса, можно сказать, это клон Слендерины. Думаю, вы знаете, кто это такая. Вот, и я знаю то, что все эту игру уже прошли, то, что в нее уже половина людей играла. Но вот так вот я хочу, я... И, кстати, меня один человек спросил, давай снимай на компе, вот, смотри, ты мне подари мне компьютер, а то у меня вафельница. Ну, я их так называю. Подари мне компьютер, я буду снимать там GTA 5, там вот эти вот все игры. Подари, я снимать буду, без вопросов. Раз тебе так охота. Вот я почему снимаю еще на телефоне. Первое, у меня телефон такой, ну, нормальный. Второе. Мобильный гейминг, он как бы дешевле, там, ну, еще что. Еще сейчас, как бы ты компьютер-то с собой в школу, например, не возьмешь. Ой, Эвиленса, вот эти ли его сейчас. Вы компьютер в школу с собой по-любому ведь не берете. Чтобы там поиграть в ту же, например, Майнкрафт. То еще один ключ. Телефон вы с собой в школу берете, вот. И играете в школе, получается. Вот. На телефоне. Вот, и как бы мобильный гейминг это дешевле в производстве. Это как бы... Ну, короче, мобильный гейминг сейчас развивается хорошо, да ведь? Тем более, какая, Олеся, твоя любимая игра на планшете, на телефоне? Какая твоя любимая игра? Тиков. Да, у Олеси любимая игра Вармаксио. Вот. Так, вот там вот стоит эта Эвиленса в черном. В
черном платье. Стоит она там, не снимает она свое платье. Оп! Что-то я ору как-то, да ё-моё! Японский бог. Египетская сила. Египетская сила. Так, давай подъезжай. Да ёп! Японский городовой. Что ж такое? Это опусти меня уже. Короче, я когда до туда дойду, я включу. Аллилуйя, я прошел вот этот вот адский переулок. Так, все, тут мы просто проходим. Ой, я помню, когда я первый раз играл, я думаю, ну и что, блин, я сейчас приду, паду, блин, все, потеряю весь прогресс. А оказывается, нет. Так, все, нам осталось найти последний ключ. Так, тут место появления ключей вообще разное. Вот как в Гренни вот предметы все появляются по-разному. Тут то же самое примерно. Так, у меня вот реально вот эта вот игра, она у меня меньше вызывает лагов при записи, чем Гренни. Правда. Ну, вот сейчас как-то подлагивает. Так, я всегда наблюдаю за тобой. Да и наблюдай мне-то чё? Мне вообще по барабану. Ай, не лагай, пожалуйста. Ну, ключик, ключик, ну появись ты мой, ключик ты мой. Появись, появись. Мы её поищем. Давай здесь сейчас поищем. Здесь вот сейчас пооткрываем, хорошо? Угу. А потом вниз пойдем, если тут не найдем. Так, тут нельзя. Тут тоже. Вот тут, тут можно. Тоже ничего. Здесь у нас что? Когда-то тоже была человеком. Да мне посрать, кем ты была. Ты призрак, который убивает не знаю кого. Да ну. Ага, сейчас здесь ключик такой. Привет. Тоже нету. Блин, почему тут заперто? Я хочу туда сходить, эй. Алло, Вася. Так, здесь у нас что, пусто? Как так-то? Как так-то, Вася? Что там пусто, да? Лесь, почему там пусто? Да, уж спросил я. О! Скажи ура. Ура. Кстати, всех поздравляю с 9 мая. Да, ведь, Лесь? Опа. Это плохая тёлка у меня. Так. Ой, это пор прошёл. Побежали. У-ху. Ах ты ж. Давай, раз. Бежим, 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 бежим. Ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Вы видели, я зацепился? Я там как бы зацепился и должен был пройти. Ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Да блин, не лагай, игра. Вот ты зачем меня подставляешь? Все будут в комментариях писать. Альтрон играть не умеет. Ха-ха-ха-ха-ха. Виленцу-то, блин. Да. Вот опять. Вы сами свидетели, что он лагает. Короче, сейчас карусель, карусель, это радость для нас. Прокатись на нашей карусели. Почему я падаю? Ю-ю. Так, Эвеленца, опа, ее там нету, видите, там ее нет. Так, раз. Сейчас я должен пройти. Короче, я пройду, включу. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вот все, прошел, ура, тут нету этой Эвеленцы. Выкиньте меня обратно, мой мир. Не страшно. Так, я нашел все эти ключи, в подвал уничтожить книгу.
Ой, как залагало. Ой-ой-ой, на записи как-нибудь мне налагать, не знаю. Давай включим. Кого включу? Ой! Смотрите, прикол. Тут висит замок. Мы его открываем. Так, берем книгу. Так, я взял книгу. Короче, там надо, у нас, короче, дверь закрыта, нам сейчас надо ее выбить. У нас, оказывается, есть одна рука. Смотрите. Ну, хорошая такая комнатка. Так, идем. Давайте, Леся. Быстрее. Открывайся. Открывай. Вот. Так. Блин, он перестал гореть, надо чем-то его поджечь. Сейчас мы его подожжем. Да ведь, мисс Кошечек? Угу. Алися, что нам для этого нужно? Ключ? Нет, зажигалка. Взять зажигалку. Зажигалка, отлично. Осталось зажечь костер и положить в него эту книгу. Сейчас все будет. Да смотайся отсюда. Все, бросить книгу. Ура, все, теперь можно бросить книгу. Все. Бай-бай, Эвеленца. Эвеленца, гуд-бай. Эвеленца, прощай. Книга уничтожена, вместе с ней уничтожена Эвеленца. И чего? На этом история Эвеленца закончилась, больше она никого и никогда не потревожит. Ну и на этом, я думаю, заканчивать. Думаю, вам понравилось. Ставьте лайкос. Не забывайте подписаться на мой канал. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте про мою группу ВК и про мое рекламное агентство. И не забывайте про канал Мисс Кошечки. Ссылочка на ее канал будет в описании. Это видео выйдет на двух каналах. На Мисс Кошечки, на моем канале и на моем. Хорошо? Все. Давайте. До свидос, амигус. Амигус. До свидосы.